Лидеры волонтерских штабов Одинцовского округа провели совещание в формате видеоселектора и рассказали главе муниципалитета о своей работе. За две с лишним недели, с 26 марта, волонтеры территориальных управлений вместе с добровольцами и активистами волонтерского центра «Единой России» и ОНФ доставили 940 продуктовых наборов, а также 114 комплектов лекарств жителям по их заказам. По поручению главы Одинцовского городского округа активисты местного отделения партии приобрели и доставили новую газовую плиту ветерану Великой Отечественной войны Николаю Андреевичу Суркову и его супруге. Добровольцы продолжают помогать всем нуждающимся, соблюдая при этом необходимые меры безопасности, подчеркнул глава муниципалитета.